Но если он еще раз эпично рухнет на брусья, тоже нормально будет кадр. Давай! Привет всем! Очередной выходной день. Команда Patriots в очень ограниченном составе, в виде только меня. Потому что Саня готовится к своим танцам, готовит программу. Ему некогда тратить время на турнички. Вот, что у нас сегодня. Вчера мы ездили в Павловский Посад. Наверное, площадки. Практически не изменил. Я не знаю, куда идти. Давай, вместо Сани сегодня ты. Ровные ноги. И писал. Потренили там на максимум. То есть максимум выходов, максимум подтягивания, максимум брусья. В том числе лесенку. Поэтому мы сегодня немножко убитые, но в принципе понравился такой тип тренировок. И сегодня еще раз поработаем на максимум и покажем вам еще одну фристайловую фишку, которую можете использовать в своих тренировках, чтобы их разнообразить. Вот такой какой-то план. Второй подход выходов. Крутись вправо, не забивай. Вчера у нас на тренинге был паренек, который перед каждым подходом, реально перед каждым, пил X-Drive, Red Drive? Drive какой-то, знаешь, что это такое? Drive, это энергетик тоже. И он прям шарашил, прям по глазам был. Я понял. Снимал от работы, а как бы подостал. И у нас сегодня вот есть проверить, Егор. Я задался вопросом, а почему падает количество, да? Вот в первом подходе ты сколько сделал? 15. А во втором? 7. И что можно сделать, чтобы увеличить количество повторений во втором подходе? Мы предложили взять Red Bull. Red Bull окрыляет. Который нам вот эта вот девочка дала. Покажем девочку, которая дала нам Red Bull. Ага. Смешать его наполовину с водой, выпить. И это придаст тебе крылья. Морали поднимающие, да? Давай, чтобы ты копыта не откинул потом. Не, ну теоретически мы смешаем. Давай так. Сначала попробуем 1:5 с водой. Чтобы небольшая. Давай хотя бы 1:3. 1:3 с водой. Попробуем, и да. Смотрим, сколько ты делаешь в следующем подходе. Подтягивай. Да. Ну давай. Давай. Так, воды нам. Дайте нам воды. Вот вода. Вода, давай, смешивай. Что только не сделаешь ради подписчиков, да? Ладно, тут примерно, наверное, 1:2. 1:2, хорошо, 1:2 для старта. Ну давай. Прям вот. До дна, не до дна, я не знаю. 20 минут? Не, мы не будем так долго ждать. Ну да, там, ну, жидкость сосать. Ты думаешь, сразу, что ли, подействует? А сколько? Ну... Сколько минут? 10 надо. Ладно, вернемся к вам через 10 минут. Говорят, что... Red Bull дает тебе крылья, да. Крыляет. Посмотрим, так ли это. Не, я не тебе, я им. Давай. Давай, еще. Можешь. Давай, еще 3. Давай, еще 2. Давай. Еще 1, можешь повисеть немножко, давай. Дыши, главное, нормально, дыши. Тяни. Еще чуть-чуть. Еще один. Давай, повиси еще. Давай. Давай, работай. Нет. Это какой уже у тебя подход в подтягивании? Четвертый подход, и ты сделал свой максимум, считай, снова. Да. Так, да. С тобой было когда-нибудь такое? Нет, наверное. Как по ощущениям? Red Bull окрылил? Может быть, чуть-чуть. Ну давай пересилим, давай. Red Bull окрылил. Отлично. Как вы видите, мы провели только что эксперимент. Достоверный эксперимент. Действительно, Red Bull прибавляет повторение. Так что делайте выводы сами. Ну давай! Сколько сделать? Но мы не...
второе упражнение после того, как мы сделали три, но я сделал 4 подхода в выходах на максимум. Второе упражнение — это подтягивание, тоже делайте на максимум 3-4 подхода с отдыхом 2 минуты между подходами, вот за этим надо следить строго. И не парьтесь насчет количества, то есть делайте, сколько делается у вас на максимум, все. Ваша задача именно каждые 2 минуты, чтобы вы не сильно долго отдыхали. Вот так. Эксперимент номер 2 с Егором. Теперь Бруся, сделает ли он 35? С учетом того, что он полгода не тренил, но Red Bull. Давай, еще 5, дотяни. Давай, тащи, постой в упоре. По секретной технике. Давай, еще 2. Тащи, нет, тащи, Red Bull же, тащи. Как ощущенница? О, жесткие ощущенница. Прям как это. Нон-стоп вначале какой-то жесткий там, прилив. Red Bull что-нибудь дает качество? Ну, честно говоря, не знаю, потому что это надо, не знаю, через недельку ценить без Red Bull. Без Red Bull? Да. Ну, посмотрим, посмотрим. А что, если нибудь толковое что-нибудь покажешь? Нет. А как же нафристайл все штучки, которые тебя просили под комментами? Покажу. Еще дам советы по медленному выходу на 2. Ты не научился? Медленно. Медленно я могу на следующий. С глубоким. С глубокого закинутыми. Да, да. Все, Миша покажет, я расскажу одну тонкость. Спросили в комментариях, как научиться выход на 2 медленный. Там нечему учиться, ребят, просто вот висните и пробуйте вдавить. Рано или поздно у вас получится. Главное медленно спускать, то есть если вы вдавили, но не смогли подняться, медленно потом опускаете, значит травмируете локти. Есть шанс. А второй секрет, вот Миша покажет, и я объясню, какой есть момент, который надо всегда помнить, когда делаете медленный выход на 2. А еще подтяжки будешь какие-нибудь показывать? В России, вот если вам интересен нормальный фристайл в духе классического воркаута уличного, это питерская школа, это вот надо смотреть на Ника, надо смотреть на Кирилла Веса, надо смотреть на всех остальных старых школ, если там еще кто-то остался. У них очень много крутых идей, которые можно подчеркнуть и разнообразить свои трения. Одну из них покажу сегодня. Добрый день. Вы приехали с Владимира? Да, день добрый. Как вас зовут? Меня Алексей зовут. Мой сын Кирилл. Очень приятно. Как вам тренировка? Отлично. Опоздали, правда, немножко, но все хорошо. Встретили, рассказали, подсказали. На все вопросы все ответили. Вот. Все довольны? Да. Ничего не видели, она так больно. Ладно, третье упражнение, которое будет на сегодня, это лесенка. Да-да, время пришло, время пришло. Время пришло сделать лесенку на брусьях. 10, 20, 30, 40, 50, 40, 30, 20, 10. В идеале надо каждый подход делать за один подход, но если не можете, делайте насколько можете. В том, что каждый раз вы делаете на максимум. Вы делаете на максимум. Затем отдых у нас вот ровно обойти рукоход. Обошли рукоход, зашли снова на брусья и делайте следующий подход. И так пока не вывезете все 250, там, повторяю? 160. До 40. С полтосиком. С полтосиком 200, с полтосиком 250. Да, пока не вытащите все 250 повторений, ребят. Вот такой вот 1 май от нас. Давайте посмотрим. И Егор продолжает. Еще Рэдбульщика, да, закинул? Да, еще закинул Рэдбульщик, сейчас посмотрим, как пойдет. Посмотрим, как пойдет лесенка. Я думаю, мне кажется, не очень пойдет. Егор, 10 повторений сделаешь после Рэдбульщика? 10 сделаю, и все. Посмотрим. Сейчас мы покажем вам фристайл-фишечку. Делаете высокое подтягивание нейтрального хвата. Затем перехватываете и вот. Как Сережка учил. Сережка, если ты посмотришь это видео... Давай. А все почему? Все потому что перчаточки. Вот
ребят, перчатки реально добавляют сил, да, без перчаток что? Мог сделать, не мог сделать. А в перчаточках сразу получилось. Приходите вот так в магазин вот. Покупать перчатки. Да, да. На самом деле перчатки просто добавили хвата, поэтому было легче вылетать, и сцепление потом, когда ловишь турник, тоже было лучше. Ну и грязь. Кто-нибудь идет еще вообще, нет? Ну вот у тебя получается, давай еще раз. Второй раз хуже. Ну ладно, так тоже можно сделать. Вот такая вот фристайл фишечка от нас вам в тренировочке. Попробуйте. И пишите в комментариях, как вам она понравилась, получилось ли ее сделать. Она требует сил. Вот, на этом, наверное, на сегодня все. Вот даже Колямба уходит. Колямба уходит. Давайте, пока, пока. Попрощайтесь, подписчики. Пока всем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вы хотите увидеть в следующих выпусках, и переходите в нескучный сад. Будем тренить вместе, у нас весело. Вот. Пока. Там что-то.